Я хочу пригласить вас на фестиваль «Благость». Это удивительное место, Черное море, Анапа, много светлых лиц, две недели счастливого отдыха, лекции, тренинги, йога, цигун, концерты, песни, театр. Много-много счастья. Вам надо просто самим попробовать съездить и посмотреть, так ли это. Следующая тема называется «Наказывать сотрудников нужно». Некоторые говорят, нужно вообще или не нужно наказывать сотрудников. Наказывать сотрудников нужно. А так ответ такой – нужно. Но надо понять, что наказание – это вид любви. Это не вид вражды или доказательства чего-то. Типа, я тебя наказываю, я доказываю сейчас, что ты не прав. Наказываю тебя. Нет, это вид любви. И вот это именно старший должен понять. Руководитель должен понять одну простую истину, что вот сейчас есть гуманная, ну как не гуманная, а есть такая как бы ювенильная юстиция, да, вот это все. И там красной нитью говорится, что ну, любая строгость по отношению к ребенку – это не любовь к нему. Понимаете, вот это неправильное мышление просто. И вот это неправильное мышление нужно убрать из своего сердца, потому что нужно понять, что любовь делится на две части. Одна часть – это доброта к человеку, а вторая часть любви – строгость. Даже если в семье вот муж с женой строгость не проявляет друг другу, тогда семье нормально жить не будет. То есть нужна строгость, вопрос только, как она должна выглядеть. В отношениях между мужем и женой строгость должна выглядеть очень мягко. А в отношениях с подчиненными строгость должна выглядеть тоже мягко, но не очень. Вот, например, если вы хотите кого-то уволить, вы должны сказать, к сожалению, Василий Петрович, нам придется вас уволить. Это же жесть, да? Человека с работы выгонять. Но вы говорите это мягко. Или, к сожалению, нам придется вас лишить премии. Или, к сожалению, мы вас снижаем в должности. Но если вы смотрите по-доброму на человека, то тогда это правильное наказание. Все зависит от вашего сердца. Вот если ваше сердце как бы сопротивляется человеку, оно его ненавидит, то тогда это значит, что это не способ вообще решать вопрос. Ну, то есть вы просто превышаете свои полномочия в этом случае. Потому что наказывать человека может только тот, кто его любит. Ну, по-другому наказание не примешь. Вот, допустим, если прокурор, как там, мне приносит приговор, там, допустим, столько-то лет лишения свободы. Я бы хотел, чтобы прокурор, который так делает, чтобы он смотрел на меня добрым взглядом. И тогда я принимаю, понимаете, вот это все. А если он меня ненавидит и говорит это, я никогда не приму. Потому что я буду молиться, чтобы у него тоже были проблемы, когда буду сидеть в тюрьме. Ну, потому что он не имеет права так себя вести, понимаете? Ну, кто он такой? Господь Бог, что ли? Ненавидеть меня и наказывать из ненависти. Он же не Господь Бог так себя вести. Да это же Господь Бог из ненависти никогда не наказывает. Хотя он имеет право. Понимаете? Поэтому, если мы наказываем кого-то, мы должны это делать с добрым сердцем. Теперь вы скажете, я не могу с добрым сердцем, ты человек там просто взял деньги, там мне рассказывали разные случаи, взял деньги, допустим, тайком взял деньги, и все, и не может вернуть, у него нет денег. Я его просил, он еще раз тайком взял деньги. А кто тебя заставлял ему оставлять такую возможность? Что, дурак, что ли? Человек взял деньги тайком, а ты ему как бы краник не закрыл. Ну, прости его, ну, краник-то закрой, доступ к деньгам убери у этого человека. Зачем? Ну, как бы, если у него такая природа, брать чужие деньги, зачем ему это позволять дальше делать? Твоя ошибка уже, при чем тут он? Я так, я его выгнал. Я говорю, выгнал, хорошо, но вот не надо. Потому что это твоя проблема. Надо было разгадать этого человека.
Человек не может поменять свой характер быстро. Вот если, допустим, муж изменил, дальше надо закрывать краник. Надо так его жизнь построить, чтобы он не мог больше изменить. Предупредить всех в коллективе, что типа, смотрите, если что, звоните, пишите. И он знает, должен знать об этом, что все знают, что тут же, как только он на девушку посмотрит, ей сразу жене позвонит. Если женщина разумная, она так построит ситуацию, и все, и у нее будет как бы без вариантов просто.